Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Minecraft, с вами Пиксельмон, и добро пожаловать в наш пятый сезон в 66-ю серию. Сразу хочу извиниться за то, что сейчас в этой серии нету вебки, сразу прошу прощения, но просто, знаете, уже ночь, я ночью пытаюсь сделать это видео, и как-то, ну, не хочется ночью себя показывать, в принципе, уставшим, и вот все такое. Поэтому я думаю, что ничего страшного нету, и вы мне это простите. Сразу о новых идеях, о новых изменениях и о новых вещах, которые я, в принципе, запланировал. Во-первых, к сожалению, большому, видео Пиксельмона будет выходить только один раз в два дня. Не нужно сразу кричать, не нужно сразу ставить дизлайки, потому что этим самым вы только ухудшите ситуацию. Я объясню вам, почему я, может, даже вот сейчас этим разговором с вами попытаюсь вот это исправить, то есть сделать не одну серию за два дня, а может как-то я вас попытаюсь уговорить, что ли, и сделать так же, как и было, одна серия в день или даже две серии в день, тоже зависит от вас. Сразу перед тем, как мы приступим к разговору, я сразу хочу сказать вам, что этот разговор будет основываться на том, что, ребята, все, еще раз повторюсь, все зависит от вас. Одна серия в два дня или две серии в один день. Еще раз повторюсь, все зависит от вас. Приступим. Взять начало этого сезона. В один день выходила первая серия, она набирала 600-700 лайков. И, как вы помните, если выходит одна серия, значит, если мы на ней набираем 500 лайков, значит, выходит вторая серия. Вторая серия тоже выходила, потому что на первой мы набирали 600-700 лайков, даже больше, чем нужно. Что там за ошибка? Библиокрафт? Ага. Больше, чем нужно. И выходила вторая серия. На второй серии мы также набирали нафиг по 200, по 300, по 400, может даже иногда по 500, по 600 лайков, потому что, в принципе, уже меньше, да, потому что вторая серия за день, но все же на следующий день эта серия уже имела больше, чем 500 лайков. И это, в принципе, круто, да? Что сейчас? Что мы имеем сейчас? Серия выходит один раз в два дня. И эта серия набирает за 2-3 дня по 250 лайков, тоже даже не доходит до 300. А в чем проблема? Ребята, я, наверное, думаю, что все со мной согласятся, что проблема в том, что музей испортил весь этот сезон. Люди начали комментировать серии не для того, что им нравится эта серия, не для того, что им нравится, как я делаю серии, не для того, чтобы просто-напросто поддержать меня своей как бы поддержкой, да, и выразить вот это все свое мнение, а начали комментировать только из-за того, чтобы попасть в конченый музей, который я придумал. И все. Над этим они даже давайте сначала покачаемся над Лайроном, потому что, в принципе, ночь, нам еще пару уровней осталось Магмордару и Сизеру, пока мы будем разговаривать. А хотя Сулрок тоже неплохой. То есть, знаете, они начали комментировать вот это все, ставить лайки, только для, даже не ставить лайки, а просто комментировать для того, чтобы попасть в музей. Да, на начале набирались много лайков, потому что они знали, что и лайки, и комментарии также помогают попасть в музей. Но после этого они стали... Лайки начали угасать, потому что им все, знаете, все более ленивее стало вот ставить эти лайки. Они даже не начали не смотреть видео, они просто заходили, они просто писали «Круто, Эдисон, круто, держи там новый комментарий», и все. И они просто-напросто уходили. Не комментировали толком, как это должно быть, а просто ставили... оставляли комментарий и просто нахрен уходили без лайка, потому что им даже лень было лайк поставить. И вот так, как мы уже, в принципе, писали, о, Эдисон, видишь, там лайки немного угасают, я как-то на это не обращал внимания, но сейчас действительно я вот это обратил на это внимание. И действительно, ребята, за 2-3 дня на одном видео мы сейчас набираем максимум 300 лайков. И это очень печально, потому что раньше мы на двух видео в день набирали около 600-700 лайков только на одно видео, а выходило по два видео. И, в принципе, я думаю, все со мной согласны по этому поводу. Поэтому, я не знаю. В принципе, наверное, также мы будем все продолжать вот это делать, но, как я говорю, сейчас будут серии выходить не раз в день, а раз в два дня. Хотите больше серий, пожалуйста, поставьте лайк, потому что я буду видеть... Ребята, может, кто-то думает, что я выпрашиваю лайки, но за лайки мне ничего не дается.
Лайки мне, лично не буду врать, не буду никому врать, лично выражаю свое мнение. Лайки мне нужны для того, чтобы я видел вашу поддержку. Вы не представляете, если, например, я выкладываю видео и через там 5 часов я там вижу 500 лайков. Вы себе нахрен не представляете, какое это ощущение знать, что мои любимые подписчики зашли, поставили мне там столько лайков, что меня прям, меня тянет идти и делать новую серию только специально для вас, потому что я вижу, что если вы поставили кучу лайков, значит вы хотите эту нафиг серию, и она вам нужна. И я иду, я ее делаю, потому что я вижу, что вы ее действительно очень хотите. А вот такое, кто знает, ну, например, ты меня сейчас можешь, да, понять, что такое, что типа какой-то чудак заходит, ставит комментарий «круто», «да», «о», «прикольно», «прикольно», уходит даже не поставив лайк, а просто ставит комментарий «круто», уходит, и потом через две серии пишет: «Эдисон, ты скотина, я уже 100 серий комментирую и пишу там «круто, круто, круто, круто», ты меня еще до сих пор не добавляешь в музей». А он даже ни одного лайка нахрен не поставил. Это реально круто, что ты так делаешь. Я, если честно, не очень мне это нравится. В принципе, тоже многим уже на это не нравится. Потому что, в принципе, говорю еще раз, музей тупо испортил вот этот сезон своим присутствием. Поэтому, в принципе, я не знаю, ребята. Еще раз повторюсь. Все зависит от вас. Выход серий, количество серий. Я делаю для вас, потому что выполняю ваши желания в том смысле. Хотите одну серию — держите нахрен одну серию. Хотите две — держите две. Но все, что я вас взамен прошу, это просто поставить лайки, написать какой-то тот же банальный комментарий. Круто, но написать не для того, чтобы попасть в музей, а для того, чтобы просто сделать мне приятно. И мне кажется, это не так уж и тяжело, да? А те, кто пишет только для музея, просто идите в сраку, я вам прямо от себя говорю и всех прошу, кто пишет ради музея, и вы видите, что они пишут это в комментариях, просто нафиг посылайте в жопу от моего имени, как я уже раньше говорил. И все. Там еще шайни вижу. Делайте просто так. И все, все, что от вас требуется. И поэтому, ребята, я еще раз говорю. Хотите новую серию? Хотите новую серию? Билдум Шайни на серверах за Билдума Шайми всем бы жопу порвали только для того, чтобы пойти его словить. Только жопу бы все разорвали только для того, чтобы словить Билдума Шайни. А он у меня заспанился тут в одиночке. Это охренеть. Дать кому-то Шайни Билдума на сервере, тот бы охренел просто. Я еще сейчас посмотрю его натуру. Если у него натура охрененная для сервера, это жопа будет. Ну, в принципе, то, что... Знаете, что хреново, ребята? Знаете, что хреново? То, что нужно на него использовать, к сожалению, Мастер Болл, потому что Билдум... Хотя, ну ладно, и так нужно бы было использовать. Случайно нажал, хотел еще один квикбол. Но это как легенда, да? То есть, он считается как легенда, в том смысле, что он ловится как легенда с очень маленьким шансом, то есть нужно использовать какой-то мастербол или паркбол. Если у него еще натура, допустим, адамант, то на сервере реально бы жопу порвали только для того, чтобы его словить или хотя бы купить или еще сделать. Да, к сожалению, без натуры, но все же шайни. В одиночке натура нахрен не нужна, да? Но на сервере действительно много бы что за него сделали. Если бы там еще натура была, было бы вообще. Ой, почему? А, хотя нет, сюда нормально. Поэтому, ребята, выходит серия, сразу вас предупреждаю, без какого-либо обмана. Выходит серия, если мы на этой серии набираем 500 лайков, то есть 500 лайков там за... 2, за 3, за 5, за 7, за 8 часов, если мы набираем 500 лайков, выходит новая серия в тот же день. Две серии за один день, без обмана. Если действительно вы хотите новую серию, ставьте лайк. Набираем в общем количестве 500 лайков, новая серия выходит в тот же день, то есть две серии за один день. Если, к сожалению, мы также продолжаем набирать малое количество лайков, потому что всем просто... жалко поставить тот же лайк, да? О, Сизор и Магмортар уже прокачались, круто. Потому что просто-напросто всем жалко поставить тот лайк и пишут комментарии только для того, чтобы попасть в музей. Ну, то, в принципе,
будут выходить одна серия в 2 дня. Я прошу прощения, но в принципе так и будет, если мы будем продолжать такое количество, если мы будем продолжать набирать такое количество, малое количество лайков. Ты твою мать, ты когда-то дашь нам себя убить. Поэтому, ребята, я прошу прощения, но еще раз повторюсь, не знаю, какой 10-й раз уже. Ребята, все зависит от вас. Много серий, долгие серии, сколько серий в день, какое количество зависит от вас. Хотите 2 серии в день? 500 лайков на первой серии, все, что от вас требуется. Выходит вторая серия. Хотите 3-ю нахрен серию в день? Ставьте 500 лайков на второй серии, выходит 3-я серия в день. Хотите нахрен 10 серий в день? Я буду специально стараться только для вас. Но все, что я прошу взамен, это тупо поставить лайки и оставить свой комментарий. Преданные подписчики меня поймут, непреданные сейчас тупо начнут агриться то, что «О, Эдисон выпрашивает лайки». Хотя я не понимаю, в чем суть вот таких людей. Да, багона мы потом прокачаем. Хотя я не понимаю, в чем суть таких людей, которые вот это, может, напишут. Но свое мнение я высказал, что и как. Сколько серий и все остального, сейчас еще раз повторюсь, тупо зависит от вас. Все. На этом мы заканчиваем этот разговор. 2 серии, точнее, 1 серия выходит в день. До тех пор, пока мы опять не начнем набирать активно лайки. Как я увижу, что только если, например, даже на вот этом видео наберется 500 лайков, ожидайте вторую серию в этот же день. То есть, если это видео набирает 500 лайков, новая серия выходит сегодня. Завтра выходит еще одна серия. Если завтра еще на той серии набирается 500 лайков, значит, выходит еще одна серия. То есть, по пару серий в день. Но это, еще раз скажу, зависит тупо от вас, ребята. От вас. Может, я уже действительно много раз это повторяюсь, но просто я хочу вдолбить в головы тех, кто, в принципе, не может понять. Потому что заметил, что Пиксельмон упал в активности, и все, что может быть, это только 2 причины. Или музей, который все испортил, и лень поставить лайки. Это первая причина. Или что? Или то, что просто вам Пиксельмон уже надоел. То есть Пиксельмон часто выходит, ла-ла-ла, каждый раз одно и то же, мы ловим покемонов, мы делаем одно, мы ловим, мы качаем, мы ходим, мы то, все, каждый раз одно и то же, и можно сказать, он уже вам надоел. Одно из двух, и что-что решать вам. Выбор я вам дал, ребята, выбор за вами, посидите, подумайте, хотите 2 серии в день, лайки, не хотите, значит, будет выходить 1 серия в 2 дня, чтобы я не парился, да, зря, то есть поддержки никакой, а тупо Эдисон парится и выпускает по 1, по 2 серии в день, а поддержки ему взамен никакой, к сожалению, а вот уже класс эволюционирует. Поэтому, ребята, это все, что я хотел сказать. На этом мы, наверное, уже закрываем эту тему по поводу выхода серии, и все, что я хотел, я сказал, все. Сейчас еще расскажу, все зависит от вас. Новая серия, ставьте лайки, все. И так будет с каждой серии. С каждой серии. Я больше к этому возвращаться не буду, потому что мне это, знаете, тоже накипело в какой-то степени. Я захотел, я высказал свое мнение. Сейчас слушаться его или опять дальше продолжать делать по-своему, только из-за музея, решать вам, ребята, не мне. Я свое мнение высказал. И все нафиг. На этом мы заканчиваем идею, точнее разговор вот этот. В принципе, пока мы говорили, мы, в принципе, орк ни хреновенько прокачали. В этой серии я хотел сказать новую свою идею. Как по мне, она очень крутая. Я нашел как... Короче, не буду я сейчас об этом говорить. Пускай это будет в следующей серии. Эта серия больше была разговорами, в принципе, о том, что мы словили нахрен шаги билдума, это вообще круто, если честно. Потом мы, в принципе, его прокачаем, наверное, потому что это все-таки шаги билдум, не каждый же день нахрен он встречается, да? И багона, да, потом прокачаем. 2 покемонов мы сейчас пойдем домой выложим и сделаем со следующей серии небольшое разнообразие, я уже знаю какое, и, в принципе, я в следующей серии сразу же об этом поговорю, что и как будет. По поводу небольшого разнообразия. Что мы сейчас еще сделаем, ребят, это то, что мы выложим Сайзера, Сизера и Магмортара. Давайте возьмем... Ну, Сизер это жучий, да, тип? То есть, вместо кого бы нам его взять?
А ну, Крайгонал, да, есть у нас уже ребята, честное слово, я извиняюсь, что я забыл, что мы его словили, но все же, ладно. Кого меня просили взять? Кого меня просили прокачать? Чтобы потом не говорили, что вот Эдисон опять забыл. Кого меня просили прокачать? Багона возьмем, да, потому что Багона. Меня еще просили прокачать... кого меня еще просили? Глайскора или кого меня там... Я помню, ребята, я помню, но его нужно искать. То есть, когда мы его только словим, мы его прокачаем. Но сейчас нет, потому что, в принципе, я сейчас его ловить, если честно, не очень хочу идти. И вместо Магмортара давайте возьмем, допустим... Ну, кого бы взять? Стантлера. Может, какого-то... Бишарп. О, Паниту, точно. Или огненный на огненного. И плюс к тому еще... И Шайни Панита тоже в какой-то степени круто, да, Шайни Панита. А перед тем, как заканчивать, в принципе, уже вот эту серию, да, давайте выложим весь вот этот, все вот эти вещи, которые у нас сейчас есть, да, вот так, например, мы выложим, алмазики выложим, может, полстака вот этого возьмем, чтобы не мешало, вот это выложим, это выложим, это выложим. О, там два босса, ни хрена себе, как я не заметил. Это кто у нас? Ни хрена себе, легендарный рар босс, но пока мы к ним... дойдем, они или пропадут, или еще просто с виду с карты пропадут. Вот один уже пропал и уже не появится. Да. Но зато, может, еще, если успеем, еще одного замочим. Да хотя не, вот он. Только я надеюсь, что мы его сейчас... Вот он. Ага. Ну, пока мы вот так попадем, да, то он, конечно, уже пропадет. Вот, попали. Так. Вот дрифлима у нас еще нету, точно нужно будет словить. Только сейчас никто, пожалуйста, не эволюционируй. Ладно, эволюционируй. Хотя нет, не хочу сейчас. Давайте еще вот этого убьем. Это же легендарный босс, почему нам его терять? Тот же дрифлим, нифига себе. Два покемона, один рар босс, один легендарный босс. А то бы он, знаете, эволюционировал, а мы бы, можно сказать, просто его бы потеряли. Потому что пока бы он эволюционировал, вот этот бы уже 100% пропал. Так, Water. Revenge, Tackle. Вот, и опять он эволюционирует, так что... Ребята, мы выбили мастер бол. Мы его потратили на шайни Белдума, который, в принципе, только с такими болами ловится. Ну или, да, может, там какой-то вепро, что словили Белдума обычным болом, но там вам, можно сказать, тупо просто повезло его словить. Поэтому, ребята, нам наш мастер бол вернулся. А вот тебе как раз я, если честно, хотел словить. И сейчас мы, в принципе, тебя и словим, Дрифлун. Постараемся хотя бы, да? Вот, словили. Замечательно. Еще один, в принципе, новый покемон. Так, это сюда. Сколько там? 286. Ну, следующая легенда у нас будет Дивот. Если, конечно, тоже кто-то другой не надумается. Не надумает вдруг, да, заспамится. Так. Фунита, Багон, Дивот. Вот, Шайни, да? Фу, круто. Давайте, в принципе, еще быстренько пойдем поспим. Да, можно... Можно пойти на Бишарапов, но как-то не очень тянет меня туда идти, если честно. Поэтому сейчас мы, в принципе, туда не пойдем. Быстренько поспим, быстренько на этом закончим, чтобы не затягивать серию. О чем я хотел поговорить, я поговорил, что мне накипело. Я извиняюсь, если я повторял одно и то же кучу раз, но просто, знаете, тоже на душе лежит. А чем больше оно там лежит, тем больше оно там сверлит свою дырку, и тем больше туда засасывается, знаете, чтобы тем больше тяжелее встает, можно и так сказать. Поэтому, ребята, в принципе, все, давайте уже на этом заканчивать. Я надеюсь, вы меня услышали. Я надеюсь, если вам так нравится Пиксельмон, то мы будем набирать стандартное количество лайков. И, в принципе, серии будут выходить тоже, в принципе, много раз. Но это тоже зависит, ребята, от вас. На этом мы заканчиваем. Еще раз извиняюсь, что нету вебки. Я объяснял, почему на начале серии. На этом мы заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.